Привет, ребята, меня зовут Лен Тысти, и грустненькое сегодня видео, потому что это последняя часть выживания в Майнкрафте. Да, финальная часть. Но не переживайте, еще будет второй сезон, потом сериал вообще будет. Вот. Ну и сегодня мы с вами продолжаем выживать уже последний раз. Будем размножаем тут наших животных. Может, построим домик какой-нибудь сегодня. Соберем пшеницу, которая у меня тут выросла. И, кстати, давайте посмотрим, выросли у меня два дерева. И, походу, что выросли. Да, вот я их тут сажал. Ну, давайте немного отойдем там. Понаблюдайте за местностью, которую я очень сильно изменил. Видите, какая она у меня сейчас. Да, раньше тут у меня был... Раньше у меня тут вообще ничего не было. Раньше тут просто, типа, полянка обычная была. Вот. О, кстати, у меня тут не все, оказывается, деревья выросли. У меня и это вот еще не выросло почему-то. Ну и ничего страшного. Да, и все равно покину этот мир. И больше тут не буду выживать. Ну, или если, конечно, получится на новую версию перенести, то, может, буду... Может, тут я буду уже второй сезон снимать. И, ребят, кстати, у меня для некоторых будут плохие новости. Вот. Вообще, шанс того, что у меня сериал будет, очень маленький. Да, потому что, возможно, у меня его вообще не будет. Ну и тогда я, наверное, не буду там удалять эту версию Майнкрафта и буду играть на новый. Может, я тут останусь, может, тут я уже второй сезон буду снимать. А это, кстати, первый сезон, можете считать. Ладно. Что нам, что сегодня поделаем с вами? Давайте дальше. Ну, давайте сегодня будем размножать животных только. Давайте. Идите ко мне все сюда. Нифига себе, у меня тут коров сколько. Помните, у меня тут раньше две всего лишь было. А еще у меня стало намного больше. Так. Так. Так, 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 так. Идите ко мне, идите, идите. Давайте. Ну, кормить. Кормить. Ай, тупая овца ты, а. Еще и купала за нее. Давай, давайте. Размножайтесь. О! Цыпленок маленький. Давайте покормим немного. Так, 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 так. Корова, корова сначала у нас. Вот. Давайте размножайтесь. Ой, блядь, водичку тут сейчас упал. Где у вас тут? Вот он маленький. Так, и давайте овец. Вот как раз вот две ко мне подошли. Кормим. Так, надо убрать. Вот и все. Вот и все. Тут у меня еще две свинюшки также есть. Ладно. Ладно, давайте уходить уже отсюда. Только как мы это сделаем с вами? Я правда не знаю. Ну, ай. Давайте. Все. Эх. Да, я так не хочу, конечно, уходить отсюда. Я бы тут бы сейчас бы... Я бы еще бы снял тут несколько серий первого сезона. Ну, ладно, в принципе, что, второй сезон будет такой же. Так что вы можете не переживать. Вот, можете... Вот, зайду на второй этаж, вот можете тут посмотреть. Все, запомнить, чтобы потом не забыть. На первый этаж вот тут вот сгоняем, давайте. Вот, видите? Вот такой вот. Давайте еще на склад с вами зайдем. Вот он, видите? Такой маленький, к сожалению, но... Да ладно, в этом ничего нет. В этом у меня тут блоки ненужные. Ой, я второй раз его открыл. Ну, ладно, как раз запомните. Вот. Так, давайте выйдем. Тут у меня такие основные предметы. Да, надо будет эти блоки убрать. Но хотя я уже все равно тут больше выживать... И играть не буду. Не, ну если я смогу, конечно, этот мир перенести на новую версию, тогда да. И, кстати, давно я не собирал мед у пчелок. Давайте мы это прямо сейчас с вами это сделаем. Давайте, где у нас тут эти вот пузырек. Почему их пузырьками, интересно, назвали? Потому что они, видимо, на пузырь похож. Но вообще, по факту, они похожи. Так, берем мед у пчелок. Ну, еще потом сделайте. Ой, ну и давайте выпьем.
Офигеть. Ну что, ребят, все получается. Наконец-то я его выпил. Ну и давайте вам покажу двор, который у меня есть. Он не будет ничего, в сундук даже убирать. Вот так вот он у меня выглядит. Тут у меня сакура. Блин, дебильный дождь. Ну ладно. Вот тут у меня сакура. Ну или вишня, как вы это любите называть обычно. Когда с грозой еще больше раздражает. Ладно, давайте уберем с вами дождик. Ой, ну и давайте посмотрим. Вот тут деревья. Вот тут домик раз. Вот тут второй домик. Видите? Сейчас я вам его покажу. Да, у меня тут когда-то был житель, но он сбежал, видимо. Вот он, мой домик снаружи. Он так вот выглядит. А вот он, еще один домик. Вот видите? Ладно, давайте сходим на домик, который мы построили в прошлом видео, в 12 части. Вот он, видите, из березы он у нас. Видите? Так, вот. Ну, как внутри выглядит, ну, в принципе, вот. Ладно, и последний домик. Вот он. Да, вот такой вот там он внутри выглядит. Он тоже находится наверху. Видите? Вот. Видите? Вот так вот. Ладно, ребят. Что мы с вами поделаем сегодня? Ну, в принципе, я уже тут все равно нечего практически делать. Деревню я и так уже построил. Загон для животных я и так построил. Огород я также построил. Ну, давайте поспим. Последний раз на этой кроватке. Ох, ладно. Ну и я могу вам, в принципе, показать сид, где я вот тут вот выживаю, чтобы вы могли сюда зайти и тоже посмотреть. Давайте я сейчас... Ой, настройки. Сейчас посмотрю. Как этот сид-то посмотреть? Правда, не знаю. Это придется вообще выходить из этого мира тогда. Тут можно как-нибудь? Ну и вроде... И нельзя. Ладно, ребят, я потом на Ютубе сниму и покажу там сид на вот эту, на этот мир, да, где я выживал. Вот тут у нас цветочки. Вон там у нас гора из льда и снега. Да, помните, мы туда ходили? Не помню, правда, в какой части. По-моему, в каких-то начальных частях. Там пятый вроде или четвертый. Кстати, офигеть, это на лицо крипера похоже. Не, ну серьезно. Глаза. Рот, правда, не так выглядит. Ну, а если вот так вот скопать? Ну, вроде точно уже на крипера похоже. Да, реально на крипера. Ладно. Фух. А, ну и можно, в принципе, в шахту сходить. Да. Может, там покопаемся немного. Да, я помню, я вон в те шахты раньше ходил. Давайте я, кстати, вам быстренько покажу. Кстати, ребят, на улице сегодня довольно-таки жарко. Я вспотел уже, пока я тут снимаю. И вот там летающий корабль был. Да, я там строился. И вот где-то вот здесь, я помню... Тут была у меня шахта такая вот небольшая. Он, по-моему, на этом месте. Или вот... Или... Не, вот здесь. Да, вот, видите? Вон там он. Давайте сходим туда. Вспомним. Ох, эти звуки иногда меня рил пугают, если честно. Ну, тут ничего интересненького. Ну, и там уже... И вон там самый низ. Ну, я долго туда спускаться буду. Ну, посмотрите, короче, мои прошлые видео. Ладно, ну и погнали в шахту, которую я сам копал, да, хожу туда, добываю всякие ресурсы, он там алмазы аж даже добыл. А вот в этой шахте я практически даже железо не мог добыть. Погнали. Так, вот она. Да, тут будто бы лес какой-то, да, тут типа уже чуть-чуть лес вырос. Да, раньше тут вообще деревьев не было, сейчас не есть. Так, вот тут у меня шахта есть.
Давайте-ка я вам покажу быстро. Ох, реально. Ну, вон, короче, шахта, а там дальше уже яма, там водичка, видите, внизу. Ну, хотя не будем копаться, что-то, если честно. Ух, надоело. Ну, ребят, в принципе, вы можете не переживать, да, я видео про игру Майнкрафт я буду выпускать обязательно. Выживание у меня тоже будут, правда, уже не в этом мире, но возможно. Если я смогу этот мир перенести на новую версию, то я в этом мире буду второй сезон снимать. А если не смогу, значит, буду на новом мире. Новый мир создам, буду выживать. Может, в деревне какой-нибудь буду выживать. Ой, ё-моё. Реально уже запарился весь. Ну и вот, можете посмотреть, как я выгляжу прямо сейчас. Вот в штанах таких, которые я на корабле нашел. Ну, а вот так я без штанов выгляжу. Ладно, ребят, думаю, я вам уже тут все продемонстрировал, показал. Вы уже тут, в принципе, все запомнили. Вот тут улей. Я тут, помню, дерево посадил, и оно с ульем вместе выросло. Ну и тут у меня в яме она даже дерево выросло, одно, видите. Ладно, ребят, буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в комментариях. Ждите второй сезон. Когда точно выйдет, я не знаю, но он точно выйдет где-то в конце июня. Ну а с вами был я, меня зовут Лёнба200. Всем пока!